звено Краноухова на площадке со Слепышевым и Григоренко. Они-то свеженькие, да? Да, они свежие, потому что СКА не мог поменяться после этого проброса. Нестеров. Проталкивает шайбу Слепышев. И в итоге она достается Тимкину, который шикарный пас отдает Бардакову и спасает свою команду Федотов. Ну и нам показывает, да, момент Бардакова, который имел великолепную возможность для того, чтобы вернуть СКА преимущество в две шайбы.